Фельдман Экопарк сегодня. Все, кто был здесь когда-либо, знают какой-то прекрасный экопарк. И вот я вам могу показать, как он выглядит на сегодняшний день. Друзья, просто сердце обливается кровью. Расисты были здесь. Здесь погибли люди. Они убили несколько человек, работников экопарка. И когда эвакуировали экопарк, эвакуировали животных, также прежде всего погиб молодой парень, который пришел помогать отцу. Накрыло миной и нашли внутри тело двоих человек, которые работали здесь, кормили животных. Мы сейчас взяли немножко корма. Не рекомендую это делать, потому что это опасно. Взяли хлеба и идем посмотреть, покормить оставшихся животных. Я просто, ребята, сердце обливается кровью. Я сейчас вижу огромную собаку, которую накрыло прилетом. Запах тоже не передать. Сейчас мы сделаем небольшой круг. Я вам покажу, как на сегодняшний день выглядит экопарк. Расстрелянные клетки, друзья. Вы видите, здесь осколками все посекло. Здесь висят провода. Под ноги внимательно, ребят. Вот здесь были, помните, разные хорьки, разные животные. Сейчас просто все разбито. Никого. Мне показалось, или тигр рычит? Сань, это шутки такие? Это не шутки, я тебя просто спрашиваю. Серьезно? Посмотрите, посекло все. Ну это как патроны, я не понимаю. Все разрушено, ребят. Как с автоматов, да. Ну, хрен его знает, мы такие эксперты прямо. В общем, ребят, ужас просто. Шикарный наш экопарк. Сюда тоже пришел русский мир, посмотри. Не, Вась, это был приход. И посекло вот кучно осколками. А, да и лавочку. И лавочку разворотило даже, видишь? Ну, кинем чуть-чуть хлеба, пусть. Летают какие-то птички. Вон, да нет, это не воробьи. Посмотри, какие у них красивые хвосты. Да вон под потолком, Вась. Ну вон маленькие такие, видишь, птички. Смотри, как попугаи какие-то. Кинь чуть-чуть хлеба, да и все. А вот, смотри, вот приход. И вон, посмотри, что все от шрапнели побито. Ах, вон вообще повырывало. Елки-палки. Фашисты. Русские фашисты. Посмотри, Вась. Твари. Вот хвостовик ракеты огромный валяется в мусорку. Тут уже убирали. Убирали, наверное. Угу. Пойдем туда, пойдем за ней. Вот смотри, приход прямо под клетку. И вот покорежило железо. Снесло полностью вон в этаж. Кошмар. Обезьянки были. Кошмар. Приход был. Все деревья обгоревшие. Прилет. Все в осколках. Пустота. Идем просто как в фильме ужасов. Все развалено. Экопарк, где крики, голоса детей были. Сейчас провода валяются. Людей нет. Вольеры все разваленные. Это не передать словами. Животных, которых я поснимал для...